В России День кинологов подразделений МВД отмечают с 21 июня 1909 года. Именно с этой даты началась история служебного собаководства. В полиции служба у собак проходит по нескольким направлениям: охрана и обеспечение общественного порядка, поиски и обнаружение запрещенных веществ, конвоирование преступников. С начала этого года специалистами-кинологами территориальных органов внутренних дел Приморского края и их служебными собаками совершено 626 выездов на осмотр мест происшествий. Служебные собаки помогли сотрудникам полиции раскрыть 38 преступлений, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Каждый кинолог должен воспитать свою собаку щенячьего возраста, чтобы она была готова к службе. А для этого ему и самому нужно быть подкованным и в психологии, и в физиологии животного. Попала в 2013 году. Всегда занималась собаками. Дома были собаки. Нравилась эта работа. И узнала, что есть такая служба у нас в крае. Кинологическая, и решила попробовать. Взяли. Чтобы не было дефицита в четвероногих сотрудниках, в Центре кинологической службы МВД России по Приморскому краю создано специальное отделение, где выращивают служебных собак. Алина Черненко, Елена Землякова. Новости на Восьмом.